Я знаю. Вот там я видел, улетали. Вон, вон прямо, смотри. Я видел вот здесь вот. Ну здесь тоже видели, внизу. Вон, я еще видел. Всё. А, кот. Не выкидывай. Стаканы. Лепота. Нету войны, нету, Бенджамин. Все хорошо. Вон, гора Хермон виднеется вдалеке, правда, с телефона далековато. Не уверен, что видите, белая гора, там снег еще лежит. А здесь ущелье, в котором орлы летают. Сейчас будет. Ярик, это вряд ли. Ярик присоединился, смотрит нас. Красавчик. Андрей, шелеха на филам уцлахат. Что, да? А вот это шелеха? Не, мороженое мне. Лепота, красота какая. Робыч, дай мне отсюда. Ты отсюда не видишь. Можно закусить? Сам ты, Фаластин. Да, нормально все. Вот такая вот фигня, монета. Ты камеру только пальцем не закрываешь? Я не закрываю. О, Ромыч с мамой. А это Стефан. Топчет. Да. Спасибо. Не за что. Вон орел летает. Где? На фоне города. На, высоковато. Блин, то же самое, что в корме ели, блин. В корме ели та же самая фигня, тут даже поинтереснее. Да, орлов в корме или ты видел, сколько над полями мышей ловят? Вон, смотри, вон туда, вон наверх. Сколько их? Толпень народу, блин. Толпень народу, этих орлов. Ну да. Собак не резанных. А это к Марту. Что пишут-то? А я, думаешь, смотрю, что пишут. Это Фаластин, да? Нет. Тромай камеру. Не ныряй в незнакомых местах. Орлов все увидели. Вон на камере хрен ты тут увидишь что-то. Невооруженным взглядом видно все. Так, я пошел дальше. Стефан, ты сидишь или идешь? Или ты с бабушкой? Его взять. О, орел парит. Стефан, смотри. Очень крупный экземпляр. Красотища-то какая, лепота. Да гуд, гуд твоя, Фаластин, успокойся ты, чучело. А какой Фаластин, кто сказал? А, тут пишут всякую ерунду.
О, Харлы, как высоко, красиво. Лучше смотреть на звезды, чем в луже. Ой, ты сладкий, Палестина, сам ты Палестина. Morning from Israel to Germany. Israel is not, it is not Palestine. Come down, please. Палестина, чучело. I live in here. You think wrong. Да ладно, черный. Хрен с ним. Да, 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 конечно, Палестина. Гуляй, Вася. Скажи, что это вам подарок. О, еще одна смотровая. Че? Да, пожалуйста, пожалуйста. Ждем с распростертыми руками. Ну да. Какой фаласим. This is not Syria, this is Israel. Я где? Я здесь, в Израиле. Скажи, что это аромат огурца. Я уже все сказал. Кто не хочет услышать, тот не услышит никогда. А, пошел, пап, там еще за катуб виврит. Ну и что? За мулирает катуб виврит. Им за Фаластина за баровит. Оставь, Стефан. Они этого никогда не поймут. Потому что они бьют? Да. Ух ты, как четко мой 11-летний сын все сказал. Жены нету, но бывшая на иврите говорит тоже. И я говорю на иврите, без всяких проблем. Не хочу представить, как это пахнет оттуда. Отсюда, до туда. No, I don't think so. Да, экскурсия. На экскурсии сейчас. Beautiful Israel. Палестина. Что, идиоты? Идиоты, идиоты. Ты все четко сказал, все правильно. Сына показать? Вот, показываю. Сын, привет. Привет. Привет, привет. В прошлом из России, сейчас живем в Израиле. Шалом добер. Я приехал учиться в 93-м году и остался здесь. Алан Томер, Машломха. Бокер Тов, Бокер Мицуян. Сейчас время? Сейчас полдвенадцатого.
Привет, привет. Показать себя. Ешо Гудман примерно на этом месте. Ест сэндвич. Бросает взгляд туда. Эврика. Это то, что он читал. Hi friends, love you too. Таки шаломы вам. Ну, люди не знают, да мы-то тут смотрим. Ты еще не видел, потому что вот видишь, пишут. Да. Здесь такая программа, есть по всему миру, могут подключаться и смотреть, кто хочет. Показываем, где мы живем. Наша экскурсия. А, мы живем в Лабатакурлане? Нет, мы живем в Лабатакурлане. Привет, Екатеринбург. Что я? Есть идиоты, да, которые пишут нам тут, что это Палестина, пусть гуляют лесом. Чучело. Да, он даже факт не смог написать правильно. Да, конечно. Конечно, конечно. Крым, Украина, аж 5 раз. Можно держать? А? Ты хочешь поснимать? Поснимай, держи. Парень, не урони. Что пишут? Boycott yourself, focus. Thank you. We appreciate it. Гуляй, Вася, а? Надоел уже. Да не отвечай ты этим уродам. Ну да. Thank you. Смотри, Ромыч. Чего? Древняя пушка? Нормальный дрын, ёлки-палки. Давай стреляем. Нормальный дрын. Давай ну стреляем. Да, дрын такой, ничего. Давай стреляем. Серьезный. Правда, этих веревок не хватает. Погода, погода чудесная. Погода у нас сейчас где-то плюс 27. Весьма, очень тепло и замечательно. И главное, что еще пока не жарко. Save your brain. Его же показывали. Да, вот. Это самый самострел, скажем так. Не ломай. Дальше. Дрын такой серьезный. О, oh, that's right. Давай. Не урони так. Хорошо? Дай ручку. Ручку дай я на тебя вот так. Раз и все. Стефанико. Я вообще сейчас за турки. Да, конечно, турки. Ассасин.
Нет, там есть ступеньки нормальные. Ну да. Как зовут это? Что? Ладно, я тебе покажу. Правда, я не знаю, на твоем телефоне, наверное, нельзя установить. Шалом, шалом. Это голландские высоты Израиля. На границе Сирии. А, покажи им это. Видно еще это? Как зовут это? Хермон. Хермон я уже показывал. Отсюда не видно, вот отсюда издалека видно. Потому что я вам писала, шалом, шалом, говорила об этом месте. Меня оно уже впечатляет как раз, что мы в Никарапке не собираем, мы не принимаем никаких усилий, в центре мы все время сами варим больше, все время все показываем. Вот у нас древняя Гамла, которая начинает заниматься археологи в 1967 году. И они находят там потрясающие вещи, вещи, которые доказывают, что да. Нет, мы нет, мы местные. Во-первых, в археологии нашей страны очень значимая вещь — это монеты. Монеты, которые чеканились здесь в самые разные времена. Монеты, по которым часто отождествляют возраст того или иного здания, в частности синагог, об этом мы и поговорим. И нет, монеты, русские, которые были найдены здесь, потрясли вообще археологов. Ведь знаете, археологи задавались такой загадкой. Ну хорошо, ну где Иерусалим вообще? Вот даже там Иерусалим. Она вылетает. Да, надоела ему уже. Да, надоели у них написать полки и все это. Ну да. И слава Богу. Искупление. Погода чудесная. Плюс 27 примерно. Они полетут. Так у меня тоже папа поиграл в волейбол. Я снимал. Это моя мама, сын и друг. Привет всем. Всем привет. Более того, посмотрите на здание, которое очень хорошо вырисовывается здесь. Базальт, черный, строгий базальт. И так бывает. Черная площадка с прекрасно сохранившимся черным полом. У нас нет никаких четких критериев, как должна быть построена синагога. Опять же, я забегаю в разговор на автобусе. Сейчас мы говорим просто о том, что отождествление синагоги, как правило, производится по нескольким моментам. Это скамейки по миллиметру, обращенность ее там туда или сюда. Вон орлы парят. Есть возвышение по маме, которые читали там. Арона Кодыш, как туда убирали. Там тоже вопрос, который мы подняли на поиске. Что, орлы? Eagles. Eagles are flying. Below us. Если мы говорим о том, что в 60-х годах Гамла пала, мы говорим с вами о древнейшей синагоге. Ладно, пока отключаемся, продолжу попозже трансляцию еще с какого-нибудь красивого места. Надо было ходить в храм 3.